Не пытайтесь протереть свои телеэкраны и мониторы, это действительно мы. С вами снова остановка Не Британия, Артур и Тимура Заменитель. Я вообще сначала, как их различал, именно по цвету глаз различал. Бантик все одинаковое на самом деле, вот именно цвет глаз разный. И ушки черные, да? И ушки черные, да. Не, я предлагаю как бы... Я предлагаю вернуть настоящего ведущего. Вау! Офигеть, Тимур, это ты? Михалков, вам поаплодировал. Расскажи нам, почему я терпел все это время вот этот взгляд доморощенного, непонятно какого-то человека. Нормальный взгляд. Дината Медведя. Взгляд Зюганова на выборах. Смотри, почему ты оставил нам своего младшего двоюродного брата? Ну, я вообще-то тоже... Он побывал на моем месте, я побывал на его месте. Честно сказать, вот... А, ты тоже в лесу грыз. Я в лесу ел сахарный тростник, там... Кстати, еще тебе... Сотри, тут еще кусок остался. У тебя тростник. Тростника? Тростничок. Ну, смотри. Мне кажется, он привнес нашу передачу, как это называется... Пупсяшности. Пока тебя не было, я очень сильно привязался к нему. И мне как-то сложно будет перенастраивать свое зрение вот с такого фокуса на такое. Ну, почти одно и то же. Просто тем более, что этот медведь иногда показывал фокусы, в отличие от тебя. Ну да, я как бы не такой талантливый. Я не умею вот так сидеть 3 часа. Да, он, кстати, подрабатывает гаишником, я сразу говорю, на дорогу. Мне кажется, это с ним сделал какой-то недовольный водитель. Мне кажется, это природа с ним сделала, потому что это енот. А давайте отправим нашего друга енота во свояси. Обратно в лес. А по дороге в лес он зайдет в нашу кассу, бухгалтерию и получит зарплату в виде сахарочка. Енот, да. Мы тебе платят так же, как и нам. На самом деле очень будем скучать по тебе. Мы для тебя рассыпали на дорожке кусочками тростника, тебя будем провожать. Мы как психи разговариваем с неговорящей игрушкой. А пока енот уходит, я хочу сказать... объяснить причину того, что Тимура с нами не было. В первую очередь тебе. Потому что ты не смотришь телевизор и не следишь за всеми новостями. Подожди, так значит мы... Кроме как новости в США и в Китае, тебя ничего не интересует. То, что я писал в форуме, значит, это неправда было? В каком? Причина его отсутствия. Ну, смотря что ты писал, потому что Тимур на самом деле был на... был на КВН. А, нет, не то я писал. Более того, я скажу, что Тимур выиграл первое место среди всех кавказских команд. Это чемпион Северного Кавказа по КВН. Давайте поаплодируем. Спасибо, очень приятно. Тебе спасибо за то, что ты так вот нас как-то там представлял. Прославил. Команда из Карачаева-Черкесии, тем более, очень-очень-очень-очень давно не выиграла КВН с момента его... Нет, это уже вторая победа, если говорить о том, что за 2 года у нас. Ну, мы будем говорить, команда называется Академия Кавказцев. Да, на данный момент Академия Кавказцев. Запомните, скоро во всех городах, на всех афишах Академия Кавказцев. Поступайте к нам. Вообще, вот, ребята, честно... Хочется вот эту серость нашей студии, да, вот эти цвета однообразные, хочется чем-то новым разбавить. Новым светом и новым цветом. Угу. Ты так заинтриговал, что если сюда не зайдет Фати Царикаева, то я вообще не знаю. Ну тогда надо ее пригласить. У нас сегодня в гостях Фатима Царикаева, под ваши аплодисменты. Привет, Фатима. Здравствуйте.
А ничего, что мы тебя с самым красивым, симпатичным мужчиной посадили? Ничего, не будет это же хорошо. Повесь журнала «Семейная жизнь». Они просто должны иметь денег, поэтому. Они отрабатывают, да? Да, отрабатывают. Они просто мне завидуют. Еще 3 комплимента, и мы в расчете. Как бы я предлагаю вообще... Деньги нужны тебе? Рады тебя видеть, Фатим. Ой, как спасибо, я рада. Спасибо, что ты к нам пришла. Спасибо, что ты решила так вот обогатить нашу передачу своим присутствием. Тем более, что я тебе скажу, что ты первая девушка, которая у нас здесь появилась. Ну все. Мы тут как-то необитаемом острове. Ты разрушила мужскую монополию сегодня. Ну все, надеюсь, у меня нога хорошая. Ну хотя я человек не суеверный, но все-таки после меня будут... очень такие хорошие, позитивные гости. Да, ну, до тебя были немного, немного таких... Нет, я сейчас говорю за женский конкретно пол, так как я первая девушка, присутствующая у вас на программе. Так что... Такая красивая. Ой, спасибо. А я предлагаю... Тебе тоже должны дать денег? Нет, у нас особая договоренность с Артуром просто. Нет, а я предлагаю начать с того, с чем мы обычно и начинаем. А с чего вы начинаете? Первую новость. Страки. Опа. Так как ты девушка, мы начнем с новостей. Да, и так. Предлагаем сделать это. Тебе вообще выгодно было, что мы сейчас с новостей начнем, потому что ты как бы не вывез бы тут драку. Раз уж у нас в гостях девушка, так. Я хочу предложить ей именно вот эту новость зачитать. Там сейчас написано... Новость для девушки. Позвони мне, да? А, начинаю я, да? Да, зачитаю. А здесь, конечно, мой номер, кстати. Так, значит, египетская официантка за 1.5 месяца вышла замуж 7 раз. О, как? Вот так вот. Это надо, да. Мне уж очень интересно. Тут у нас девушки иногда за всю жизнь один раз не могут. Не да, мне кажется, она просто этот в душе хамелеон, она умеет внешность. А представь, да, вот 7 раз, это 7 колец на одном пальце. Представь, как она палец. Она чисто из-за этого и как бы выходила. Она снимала? Что? А это может быть за одного и того же она вышла? 7 раз. Ну, да. Настолько давайте... сильно любят друг друга, что вот один раз. Давайте мы сейчас просто зачитаем и поймем вообще, в чем дело. Тем более, ты очень хорошо читаешь, в отличие от всех. Кстати. 20 августа 2009 года полиция арестовала 25-летнюю официантку из египетского города Хургада на Красном море по обвинению в многомужестве. О как! Это произошло после того, как ее очередной избранник обнаружил в вещах любимой 6 действующих брачных договоров. У нее просто мания, она собирает договоры. Заключенных незадолго до их свадьбы. То есть, понимаете, она заключила эти все договора до свадьбы с нынешним мужем. Так. Да, мы как бы поняли. Логика прослеживала. Она как бы для себя. Да, я чтобы понять самой. У меня так один раз дома 5 дипломов обнаружили. Да, тут продура. Угрожая кровавой расправой, супруга... 5 свидетельств о рождении. Нет, это нормально, когда тебя перебивают. Хорошо. Не-не-не, я просто хочу понять все, что происходит. Перебивки, они необходимы. Угрожая кровавой расправой, супруг добился от жены признания в том, что он стал ее 7-м законным мужем за 1.5 месяца. Женщина, работавшая официанткой в одном из курортных кафе, устроила настоящую охоту на холостых клиентов заведения. Однако, добившись официального заключения брака с очередным возлюбленным... Никто и не говорил, что до конца не нужно читать. Это целый гарем. Обычно, да, бывает наоборот. В Египте, кстати, да, новости? Да. Я, кстати, вот в египетском ресторане еще не понимал, почему она мне красный футляр протягивает. На одном колене, да, на одном колене. Я говорю, девушка, я вообще-то паштет заказывал, короче. Мне кажется, если девушка как ты разговаривает, вряд ли там будет 7 мужей. Не, ну я как-то вот такие не вижу египетских девушек. Так разговаривают. Убедительно. Они молчат, так, что подкупает просто вот этих вот мужей, которые согласились на брак с ней. Они молчат. То есть, когда в читальный зал заходишь, на всех хочется сразу жениться, да? Возможно. А может быть, это официантка в библиотеке? Вот так. А может, она наоборот угрожала людям? Вот ты сейчас на мне не женишься? Я поняла, в чем... Нет, мальчик, я поняла, в чем дело. Опа. Это 7 тех человек, наверное, кто не расплатился со своим счетом в этом кафе просто. Понимаете, в чем дело? Да, и она решила расплачиваться, тогда будете браком. Тогда фундус отсняли, та самая официантка, там люди такие будут ходить, знаешь, такие молодые студенты. Свадьба называется фильм ужасов. Да, давай зайдем. 7 раз замужем. Такие фильмы ужасов на дисках в каждой семье есть.
свадьба. Так вот, каждый мужик, который смотрит очень вот так вот. Да, кстати. Особенно через 20 лет. Нет, нет, я не могу, дорогая, посмотреть. Смотри. Это египетская версия сказки «Белоснежка и семь гномов». Точно, реально. С этого, да. Можно, я думаю, даже вот после этого эту сказку и написали. Хотя сказку написали раньше, извините. Ну и отлично. Давайте пойдем дальше. Давай. Потому что у нас дальше самое интересное. Это посвящение. Мы хотим посвятить тебя небританки уже тогда. Уже теперь небританки. О, у нас есть небританки. Да, теперь у нас есть небританки. Правда, для девушки небританка. У нас есть 7 мужей, и теперь одна небританка. Не, на самом деле, я предлагаю тебе отвечать на мои вопросы, которые я буду задавать очень-очень быстро, и тебе также, не особо задумываясь, надо на них также отвечать. Вот прям первое, что в голову приходит. Ты замужем? Нет. Вот задумалась. Нет, реально. Нет, да, кто это у меня дома? Так, ну, по традиции, я думаю, у нас зачитает человек справа, Артур. Чтец. Протягиваю тебе. Здесь именно место, где уважать тех, кто тупит. Это единственное место. По такому признаку мы и приглашаем. У нас есть два места. У нас есть два места таких. Два места есть. Это правительство и не британцы. Ох, Тимур, Тимур. Да. С огнем играешь. Правительство Соединенных Штатов Америки. Надеюсь, ты забыл. Я верю в его сознательность. А пока правительство Соединенных Штатов под радостные возгласы смотрит на нас, я начну задавать вопросы. Ты готова? Да. И поехали. Какой фирмы были туфельки Золушки? Шанель. Любимая сказка Николая Валуева. Боже. Белоснежка семь гномов. Что ест женщина-кошка? Вискас. Как по-другому назвать гигиеническую помаду? Увлажнялка. Твоя любимая фраза? Ой. Почему звери всегда в шоке? То, что у зверев. Кто поймал свадебный букет Аллы Пугачевой? Филипп Киркор. Как называют любителей пиццы? Пиццеманы. Что снится Азамату Биштову? Голубая ночь. Что можно сделать высоким... Что можно сделать с высоким каблуком? Спилить. Где ты хранишь бигуди? В сумке? С собой. Придумай самое глупое название для ресторана. Эй! Поешь! Чем вниз падает хот-дог? Бигмаком. Кто питается пудрой? Девушка сама, не знаю. А твоя любимая песня Жанны Агузаровой? Обжоры. Кто не носит Прада? Николай Валуев, не знаю, тоже мне чем кажется. Чем Шрек покорил Фиону? Своим романтизмом. А вот так вот. Ух ты. Своим романтизмом. Ты отлично справилась. Ты так справилась, что, я не знаю, на половине я чуть не заплакал. От серьезности? От романтизма, не знаю, ты так прям мило отвечала. Атмосфера прям веет романтизмом Шрека здесь. Я даже где-то... Кстати, несмотря на отключенную логику, ты отвечал очень даже мудро. Да ты что? Да, кстати. Это редко. Это значит, просто здесь у вас такая аура. Просто среди нас даже она выглядит. Я начинаю. Можешь приехать сюда, позвать комиссию, ЕГЭ пересдать у нас в студии. Да? Не надо уже. Мне уже поздно. Не, очень хорошо ты справилась. Ну все, я буду приезжать к вам сюда, чтобы помедитировать, там, да, если какие-то почувствовать у меня... себя более умной. Мудрой. Это не в нашу сторону комплимент. Это наша следующая рубрика будет «Горячая медитация». Горячая медитация, все. Да. А за авторские права мне как-то там что-то присуждать? Вот так. Сразу пришла здесь. Пудра. Пудра, да. Подожди, я все съел. А это ты все съедал, оказывается. Я предлагаю сделать следующее. А именно обсудить некие картинки, которые любезно наш Артур нашел в интернете. Ну, не так уж и любезно, да? У
нас есть подборка картинок, которые мы сейчас хотим смешно обсудить. И благодаря твоему остроумию, я думаю, у нас это отлично получится. Да, именно поэтому так близко к тебе, Тимур. Я хочу, чтобы ты передала мне эмоции, да. После бессонной ночи мы собрали такую небольшую коллекцию, которую хотим с тобой обсудить. Ну вот первая картинка. Муж Курниковой, вот именно так развлекается по утрам. Это Марат Сафин. Причем вот там вдалеке точечка, это и есть Курников. Да-да-да. Это он дырку в стене увидел. Нет, это Энрике Иглесиас, да, точно. Которого просто учит Курников. А, именно, не, он так как бы за ней ухаживал. Мне кажется, он сейчас завтрак себе готовит. Ну что, пойдем дальше? Да, кстати, вот это мое самое частое развлечение в супермаркете. Это обычный супермаркет, Магнит, обычный день. Нет, это товар, это продается, она сейчас бибикнет и скажет цену покупателю. Продается бегун. А, да, вы не видите покупателя. Мы видим покупателя. Она на него так смотрит, а может лучше пакетик. Она подбирает пакет, она вытаскивает. Мы видим покупателя, который хоть бы не так долго. Я буду бегать по кассе, пока вы не дадите мне нормальные овощи. Не понимаете, это картинка из будущего. Нет, это супермаркет во время кризиса. Это здесь картинка... совмещается и спортзал, и больница. Эта картинка называется «Зависть», а у него ноги-то побрите. Идем дальше на этой оптимистической ноте. Поехали. Вот где ноги побрите, это где-то вот здесь. Это футбол, понимаете? После травмы. И тренер. Судорога у льва. Мне нравится невозмутимость льва. Причем это, скорее всего, это какая-то российская сильнее команда. Это Березуцкий, чего не знаете. На заднем плане Киржаков. Причем Березуцкий массаж делает. Я буду спать. Ленин, это мавзолей. Еще раз спать. Мавзолей, наверное, ремонт просто временно. Мавзолей перенесли на вот эту вот грядку. Ленин вышел погулять. Не, ну сначала было так, потом вокруг Ленин этого построили... Ленин вышел подышать свежим воздухом. Сначала было так, потом вокруг этого построили мавзолей. Тут сидел нищий, ему в фуражку вместо мелочи кинули. Человека, да? На, вот используй как-нибудь, да. Идем дальше. Вин Дизель уже не тот. А, я понял, это... как его дублерность. Каскадер его. Да, форсажа. Да, ну можно его по мускулам узнать. Да, как бы все равно ничего не понимает, давайте он собаку посадим. А это лапка у него, да? Это гаишник остановил, он говорит, да нет у меня прав. Начальник отсыпать педигри, у меня целая пачка. Это Дэвид Катаферли. Батарея на этом, ну, она как бы... Ничего, это первый кот, который умеет летать. Если она там заканчивается, это очень странно, я не знаю. Тогда зачем он там сидит? Он греет батарею, мы не поняли. Не, он подслушивает этих, как у соседей своих, там, что они там делают. Через батарею. Он стучит, тише, будь. Опять ссорится. Знаешь, как он стучит? Так, батарею. Опять говорит, ссорится. Видно личный опыт. Сидит, да. И, помирились. В следующее мгновение она начнет бить лапой по батарее. Потише нельзя, да, 2 часа ночи вот так. Да. У меня котята. Нет, это просто дома Куклачева, скорее всего. А, может, кстати. Причем, как... А мне кажется, это просто постирали кота просто. Постирали кота. И используют этих бедных кошек даже там в качестве... Сейчас заплачу, давайте другую стрельбу. Вот же. Это... Где-то позади Фатима Царикаева. А мне желтенькой просто. Фатима, жалко. Расскажи, кто это? Это Виагра будущего. Я понял, что это. Это такой заботливый отец на дискотеку их так отпустил. Так с вами точно ничего не случится. Я спокоен, да. Да, вот еще шлем, ладно, возьми, да. И... Ты шлем, ты самая красивая. Да, и вот... И братьев не надо снять. Да, это прикольно. На заднем фоне видим потенциальных жильников. Вы знаете, может быть, ввести вообще да, в на Кавказе, форму да? такую, да, чтобы форму, братья просто... Без братьев, чтобы ходили в кафе. Не обязательно там просто погулять, чтобы никто с окна не выглядывать в этом. А ведь это тоже опасно, да? Да. Да, если вот мы приглядимся, на заднем фоне два потенциальных жениха уже есть. На самом деле это действует, видишь, их отец вот. Это где-то на просторах, наверное, Черкесска, нет? Да, у нас же по улице ходят такие девушки. Балрум, такое место.
переводе с карачаевской «медная комната». Да, Сулим Кудусов удивляет своими фотками. Идем дальше. О, как. Вот где Сулим так удивил. Это называется «не смогла плюнуть». Так, да, поехали дальше. Это встреча бабушки из России с бабушкой из США. Доллар принесла, а в двух пакетах рублей. Обмен валют. $2 на пакет рублей. О. Ух ты, шутишь. Это из серии показалось? Это серия «Правда жизни». Собака оказалась не в том месте, не в то время. Не в тот момент. Ну, может, и не собака, может, девушка как раз. Это жена кентавр, да, так понимаю? Заботливая жена кентавр, это видишь? То есть ей можно готовить и выгуливать собаку одновременно как-то. Мне прям, знаете, что сейчас интересно стало? Какие следы она может оставить на снегу? Мне знаешь, что интересно? Она на Курман-Байрам наполовину в опасности, мне кажется. Нет. Мне, например, даже как-то страшно было бы к ней на машине подъезжать. Почему? Я не знаю, что бы она сделала с моими колесами. Итак, не, она бы. А если бы зато села. А как она садится в машину? Да, она бы половина впереди, половина сзади. Мне кажется, она под зонтиком по-любому мокнет. Не, в машине она часто развлекает себя тем, что высовывает голову из окна. В принципе, из любого окна она любит. Да? Представь, да, еще вот ей, например, цветы даришь, она хвостом начинает вилять. Она их начинает есть. Это ее муж, у нее муж козел. По ее версии, да? Не, она так часто его назвала козлом, что аукнулась. На утро просыпается, хопа. Мы видим, как ласково муж боднул ее сейчас. Давайте дальше. Давайте дальше. Человек-паук. Вообще не палится, да, такая? Еще просто некоторые люди, у некоторых людей волосы специфически растут на спине. Ну что, я думаю, вот этой вот фотографией мы возьмем, да и завершим. Веселые обсуждения, тем более, что обсуждать фотки не так интересно, как обсуждать нашего гостя. Особенно за спиной, да? Мальчики. Так. А я к вам не с пустыми руками. Угу. Я мужчина. Мне нравится твой деловой подход. Да. Осетинские пироги. Я, значит, вот вам хотела бы подарить наш недавно вышедший диск. Так. Обложка уже нравится. Да. Можно я покажу вот так вот? Ребятам покажу куда-нибудь вот туда. Вот это вот. Я никогда не был вообще на фоне альбома Ангелины Фатины. Дурацкий кадр. Хочешь себе на мобильный? Он наоборот, антирекламу делайте своими лицами. Спасибо, мы тебя тоже любим, брат. Мы тоже тебя ждали. Это вообще за енота. Не, на самом деле, я вот почему не просто так достаю. Давайте разделим все справедливо. Я забираю диск, ты футляр, ты целлофан. Обожаю целлофан. Не, я предлагаю вот здесь вот подписать для нас, для небританцев, что это от Фатимы Царикаевой, вот где-нибудь вот тут. На лбу сестры своей. На лбу, да, желательно. Я даже тебе ручку дам. Чтобы не портить свой кадр. А пока ты подписываешь, я расскажу тебе, чем мы хотим все это дело завершить. Мы хотели бы спеть твою песню. Вот у нас даже есть. Знаешь, вот некий черный инструмент. У вас есть один из хитов, такой «Бадола» называется. Я думаю, все зрители знают эту песню. И вот я ее использую очень нестандартно. Да ничего плохого не подумай, я под нее каждое утро просыпаюсь. И ты туда же. Да. Я каждое утро под нее просыпаюсь, но не с вами. А я живу под нее тогда, остается. С немного откорректированным текстом. Знаешь, вот я каждый раз сам этот текст пел, теперь хочется записать, чтобы ты пела, и чтобы я спокойно просыпался каждое утро с улыбкой на лице. И не проспал свою работу. И подписал, а теперь, пожалуйста, вот на руке у меня. Номер телефона, если можешь. Не, вот тебе текст. Тут как Олегов уже. Вот вставлял. Тебе музыкант. Вот тебе группа поддержки. Это я думал бэк-вокал. Вот тебе зеваки. Вот тебе зеваки. Пока им по 6 месяцев условно не дали. Спасибо. Так, кстати, да. И хотелось бы это все сопроводить вашими такими
хореографии такой знаменитой именно к этой песне. Если можешь, сможешь нам объяснить, вот такая, как, что нам, как бы себя вести? Нет, это... так, я сейчас примерно прикину по тексту. То есть там вот какие движения были? Было вот первое, это движение, да, вот это. На припеве делаем вот так, Тимур, запоминай. Четыре раза. Раз, два, раз, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Ух ты, все. Запомнили восьмерочку? Это два раза мы делаем. Конечно, да, запомнили. Это мальчики, мальчики, восьмерочка. Поехали. Я на самом деле эти движения каждое утро делаю. Просто вот я в лежачем каком виде. Прям поклонник, я смотрю, нашего творчества. Я постараюсь. Я теперь понимаю, почему он сидит рядом со мной. Пока Артур разминается песня Розенбаума, вновь голова под подушкой, снова будильник переключил. Вновь ты обед свой нарушил, ночь в интернете свою убил. Рано ложиться надо ночами, ну же вставай, кричит отец. Что тебе скажет злобный начальник, если проспишь, тебе конец. Чай, чай, остынет, бай-бай, работа будет. Один ты вечно в заботах, чай-чай остынет, бай-бай, работа. Будешь один ты вечно в заботах, чай-чай остынет, бай-бай, работа. Будешь один ты вечно в заботах, чай-чай остынет, бай-бай, работа. Будешь один ты вечно в заботах. Опа! Раз в гостях Фатима Царикаева, друзья! Не проспите работу, друзья.